А теперь мы хотели бы пригласить на сцену подругу нашей команды и вообще очень приятную девушку, Анастасию Раинскую, капитана команды «Медведь». Она исполнит для вас песню. Встречайте, Анастасия Раинская! Добрый вечер! И я поздравляю команду «Славянка» с этой презентацией. Когда я первый раз увидела Аню, она сразу как-то капитана команды, я имею в виду, у вас много Ань, как я поняла. Вот, я как-то сразу прониклась к ней всей душой, потому что, видимо, Анечка, ты очень искренняя, настоящая, открытая, и в этом мы с тобой похожи, я очень люблю таких людей, поэтому ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку, помощь, обращайся. Ну, а когда мы решили, что я сегодня выступлю для всех, кто пришел, я долго думала, какую песню спеть, и решила спеть песню. Это моя песня, называется «Слава», ну потому что команда называется «Славянка», и я вам искренне желаю славы. Пусть у вас будет слава, которая будет вас вести в ваше светлое будущее, и чтобы у вас была слава в смысле успеха. Слава! Одежды, дай ты мне надежды, божественный ты мой, придуманные сказки и прежние привязки, исчезли, когда утром проснулась я с тобой. Слава, слава, накрыть чувства, словно лава, слава, там и твои глаза, слава, слава, так что кружится голова. Слава, слава, и я забыл, как всегда.